Кристина нас всех с утра сегодня накормила блинами. А теперь мы приехали, друзья мои, в кино на «Снежную королеву» какой-то мультик. Вот так вот. Идемте с нами, мы вам кино покажем. Вот так выглядит наша Coca-Cola Plaza, самый крупный кинотеатр в Таллине. Вид у него не очень так. А так, в общем, он, конечно, красивый. Что там, Кристина? Там Виру Кескус. А, надо приходить по пешеходному переходу. Правильно, Кристина, что-то мама забыла правила. Вот это наш Виру Кескус, торговый центр, гостиница Виру. Это бывшее здание Главпочтамта, теперь там магазины. И вот этот кинотеатр. Там мультик идет «Снежная королева». Как раз по зимней тематике сейчас самое то. Вот такой вот у нас вход в кино. Здесь даже залов не знаю, сколько много, несколько этажей. Красиво тут у нас. Несколько этажей. Кафе, конечно. Вот, билет у меня на мобильном телефоне прямо. Через штрих-код пройдем через здесь вот проходные турникеты. И мы на месте. Здесь вся нужная атрибутика для кино. Какое же кино без попкорна? Кто как к этому относится, я не люблю лично. Когда в кинотеатре пахнет кухней. Ну, кому как. Вот, любители попкорна. Всем сюда. Да, ты тоже хочешь попкорн? И пить, и есть, и все на свете. Пошли покажем, что там. Тут всякие закуски. Снэкс. Солененький, сладенький. Тут тоже пахнет как-то, не знаю. Ну вот кому как, я не любитель. Кристиночка, не трогай, пожалуйста. Сандр на втором этаже все возьмет. Сейчас мы пройдем в сам кинотеатр уже через турникет. А это конфет выбор. Ой, какой выбор. Плакали ваши зубы, фигуры. Ну вот зашли мы в сам кинотеатр через эти турникеты. И подставили. Да, у нас 9-й зал. Ой-ой-ой. Это собачка Лотте тут наша. Вот здесь тоже попкорн радости. Купили мы попкорн, тоже радость. Ну, кому нравится, вон здесь всякие трейлеры показывают. Вообще красиво здесь. У нас 9-й. А мы просто посмотрим. 9-й зал у нас. Сейчас пойдем его искать. А здесь тоже что-то красивое. В общем, мы поднялись на свой этаж уже. Пойдем сейчас искать наш зал и с удовольствием смотреть этот наш мультик «Снежной королевы». Идемте с нами, присоединяйтесь. Ну вот, мы поднялись на наш 3-й этаж. На 3-м этаже, оказывается, зал наш был. 9-й. Вот так вот тут. Фу. Лифта тут не наблюдается. Так что ножками, ножками. Красиво здесь. Сипсик эстонский. Смотрите, какой хорошенький. Да, ты нашла, Кристина? Ты нашла. Кто там? Это Сипсик, да. Я только рассказала нашим зрителям про эстонскую куклу Сипсик. Тут такой знак, друзья мои. Так что прощаюсь с вами. Вот такой у нас зал. Что? Я инкогнито снимаю. Все запрещено. Я нарушаю закон. Снимать нельзя, ничего нельзя. Только хрустеть можно попкорном.
сеанс закончил, все зайдем с девчонками в такое кафе. Называется «Базилик». Здесь много разных пирожных. Посмотрим, что здесь есть. Выбор сегодня, что здесь не очень много, людей очень много в самом кафе. Выбор не ахти. Ну вот, Кристина попросила пирожное, карамельное такое. С сыром есть. Сырный чизкейк. Пряничные домики продаются по 11 евро. Видите, какие? Достаточно интересный интерьер. Каменные стены. Любим это место. Кристина уже у своих любимых рыбок. Мы здесь не первый раз. Кристина, ну как тут рыбки поживают? Хорошо. Какой здесь красивый аквариум. Очень приятно сидеть за столиком, кушать пирожное. В такой атмосфере. Здесь даже камин есть. Можно заказать пиццу. Здесь они сообщаются, вот эти два кафе. Здесь можно заказать и пиццу, и, по-моему, второе, и супы, и что хотите. Вот такое уютное местечко. Посидим здесь. Наш сеанс в кино закончился. Мультфильм, я хочу вам сказать, просто отличный. Если у кого-то будет возможность посмотреть «Снежную королеву» мультфильм, то обязательно сходите. Сегодня сочельник, русское Рождество наступает, и мы решили отметить его в кафе. Взяли по бокалу сока, небольшую пиццу, и с удовольствием поднимаем этот бокал за ваше здоровье. Всего вам самого доброго, хорошего. С наступающим году, с Рождеством вас! Тепло в вашей семье, доброты и любви побольше. Ой, здесь так как красиво. Смотрите, какой вид был из окошка в кафе. И вот сейчас мы вышли на улицу. Здесь елочка своя наряженная. Ой, какая роскошная. Здесь прям сказочное место. Это Роттермани квартал. Вот как тут. Таллин украшен со всех сторон, как только можно. Ой, красота! Какая елка! Кристина, красивая елочка, понравилась тебе? Ты рассмотрела ее внимательно? Ой, какая! Забирайся к елочке наверх, ее потрогать можно. Здесь и качели для детей, можно покачаться на качелях среди елочек. Вот наш старый Таллин начинается. Немножечко покажу вам, как украшен город. Вот это гостиница Виру. Это самый центр-то и есть.
Ой, здесь как красиво. Смотрите, какая-то арка. Давайте сюда нырнем. Ой, красота. Ой, все блестит. Ох, украшен город. Ой, вы знаете, сегодня очень холодно, удивительно. Все дни было совсем ничего, и вот теперь. А сегодня прям мороз. Щиплет за нос. Вот сейчас поднимемся на горку, которая называется Мусулмаги. Это значит в переводе гора поцелуев. Вон там Верусские ворота впереди. Старый город начинается, а мы сегодня вот сюда решили подняться. Вот здесь беседка на этой горке есть. Вот там уже кто-то целуется, как раз выполняет то, что нужно. Вот здесь тоже все деревья украшены красиво. А вот это здание впереди большое, это театр оперы и балета и концертный зал Эстонии. Красиво тут, особенно летом. Ну вот здесь как раз с Мусумеки вид на Вирусские ворота. Видите, здесь стеклянное ограждение. Кристина, перелезай, прыгай сюда. Вот, Вирусские ворота, вход в старый город. Здесь в основном сувенирные магазинчики. Туристы гуляют. Ну вот сейчас к вам с вами перейдем. Это называется парк Тамсаара парк. Его реконструировали. И вон светящиеся поставили рамочки, какие красивые. Идемте глянем. Ну вот, и красивые рамки, видите? Это портал в будущее. Но это еще не все. Здесь еще что-то придумано. Вон здесь лучи какие-то. Наверное, кто станет в центр, станет звездой. Чего-нибудь. Я вот сейчас в центр стану и стану звездой Ютуба. Вот так вот. Загадаю желание. И чтобы было у меня много-много любимых подписчиков. Пойдем, Кристина, загадывать желание. Видите, как красиво? Это на сухом асфальте, наверное, здорово все. Даже через снег просвечивает. Вот так вот здесь придумано. Дорожки световые убегают. Его открыли с реконструкцией недавно. Наверное, летом будет очень-очень красиво. Вот такой вот парк у нас.
Все в снегу, холодно, поэтому особой красоты здесь нету, но все-таки хоть немножко вам показала. Yeah.